Здравствуйте. Информационной службой агентства «Лжархив» на постоянной основе проводятся социальные опросы между населением и посетителями государственных архивов. И мы предлагаем вам посмотреть очередной социальный опрос среди участников, посетителей, исследователей Национального архива Узбекистана. Условия меня вполне устраивают. Единственное, иногда, если придешь поздно, сложно найти место. Кажется, это единственное, что могу сказать. Так все очень хорошо, удобно. Все сотрудники всегда помогают с каталогами и всем остальным. Я уже в течение многих лет, уже, наверное, лет 10-15, я работаю в архиве. Меня зовут Махмудов Айбек Анварович. Я старший научный сотрудник Института истории Академии наук Республики Узбекистан, кандидат исторических наук. В течение многих лет я работаю в архиве. И за эти годы, конечно, довольно произошло большое количество изменений. То есть как в материально-техническом стороне, так и во всех остальных вопросах. Конечно, можно много говорить, но прежде всего я хотел бы сказать, что по моей теме в этом архиве очень много материала. Я занимаюсь историей Памира, политикой Российской империи на Памире, и материалов в этом архиве очень много интересных, которые представляют из себя большой интерес. Но, к сожалению, надо сказать, что в последние годы немножко есть, кроме положительных, и некоторые стороны, которые затрудняют работу исследователя. В частности, сейчас, к сожалению, не все материалы доступны, которые были ранее доступны. То есть те дела, которыми я ранее работал, и которые я сейчас заказываю для некоторых уточнений, они сейчас недоступны в связи с тем, что говорят, что на рассекречивании или на секретном хранении, я не знаю. Но в целом, конечно, есть положительные стороны. То, что, например, если раньше нужно было эти дела исключительно переписывать от руки или же заказывать сканеры, то сейчас появилась возможность работать непосредственно сразу, набирать эти тексты архивных документов на компьютере. То есть получено разрешение для работы с компьютерами, ноутбуками личными. Также, конечно, условия, это в частности зал, который сейчас выглядит достаточно современно, с новым оборудованием, с кондиционером, потому что, например, несколько лет назад не было никаких условий для работы, то есть, например, было очень жарко, в основном летние месяцы, кондиционеров не было, но, к счастью, сейчас эта проблема решена и есть возможность работать с этим. Сотрудники оказывают максимальную помощь, которая им возможно, стараются выдать дела как в сроки, которые установлены. Но думаю, что если будут решены, в частности, проблемы с допуском, с доступом к тем делам, будет вообще идеально.